Кто от имени Молдовы поставил подпись под декларацией о передвижении эвакуированных из Афганистана? Какие обязательства взяла на себя наша страна по этому документу, предложенному Госдепом США, и с кем консультировались власти перед его подписанием? Депутаты блока ПКРМ ПСРМ потребовали провести парламентские слушания, где на эти вопросы ответили бы главы МИДа и СИБа. Фракция ПДС проголосовала против. Не интересуются, какие документы, а остатла база, семнерия, честный документ, шечини персонал, ден номере Республики Молдова, дат аккорду, шасемнат, ден номере Республики, фэр асигурария принципилу транспаренции. ПДС проголосовала против предложения оппозиции пригласить на слушание глав СИБа и МИДа. Ранее лидер ПСРМ Игорь Дадон заявил, что подписав эту декларацию, власти втянули нашу страну в опасную для госбезопасности игру. Это очень странная ситуация и для нас очень опасная. Потому что мы увидели, что Молдова присоединилась, подписала. Нигде этот вопрос не обсуждался. Но публично мы его не видели. Нам интересно, кто подписал от имени целой Молдовы, всей страны, от всех граждан, эти обязательства принять беженцев. Потому что говорят, что есть и секретный протокол, где четко прописано, какое количество беженцев мы должны принять. Я категорически против. Я думаю, что большинство граждан категорически против того, чтобы мы принимали беженцев. Это касается вопросов национальной безопасности. Я уверен, что это не в интересах Республики Молдова, а в интересах западных кураторов нынешней партии власти и нынешнего президента. Это еще одно доказательство, что нынешняя власть подконтрольна и играет под дудку геополитических игроков с Запада.